Через 100 лет меня не будет на этой планете. И вас не будет. Вы все умрете. И я хочу, чтобы вы сегодня чувствовали ответственность за то, что будет происходить с нашей планетой после того, как нас всех не будет. Предприниматели — это люди, на которых самая большая ответственность на планете. От того, как вы будете дальше работать в течение следующего года, десятилетия, зависит то, где будут жить ваши и мои дети. И я хочу, чтобы вы чувствовали эту ответственность и каждый день выкладывались на 200%. Чувствуйте эту ответственность и работайте каждый день с усердием. Сделайте пусть маленький, но прорыв. Думайте не о том, как изменить мир, а о том, как хотя бы один раз удивить его за всю свою жизнь.